Всем привет! Сегодня будет обзор распаковочка вот такого вот прекрасного, всем известного, наверное, кулера-процессора. Это универсальный кулер, подходит как для процессора AMD, так и для процессора Intel. Называется он Zalman Performa Plus. Спасибо интернет-магазину Розетки за быструю доставку и комплектацию товара. В коробке находятся крепежные планки для процессоров AMD, для процессоров Intel, крепежные винты, пластиковые заглушки, поддержка процессора. Также в пакетике есть термопаста фирмы Zalman. Также есть крепежные клипсы или пластиночки для крепления самого кулера к радиатору. В комплекте их две штуки, то есть им можно установить два вентилятора. Дальше у нас идет пластина усиления материнской платы для крепления кулера самой плате непосредственно. Она также имеет крепление для процессора AMD и Intel. Дальше идет инструкция, мануал по установке данного кулера на китайском языке. Далее находится в коробке сам кулер. Вот так он запечатан, запакован. Вот так он выглядит в первозданном виде. Здесь находится 120-миллиметровый вентилятор с 4-пиновым коннектором. И сам кулер. Выглядит вон так, сделан из алюминиевых пластин и медных теплотрубок. Спасибо магазину Розетки за быструю доставку. Всем спасибо, всем пока.